Приветствую всех домашних мастеров и любителей инструмента. В этом видео посмотрим цену на мини-сверлильный станок на присоске 220 вольт 680 ватт из магазина AliExpress. Заходим на сайт «Поиск ручных электроинструментов». По ссылке под этим видео нажимаем кнопку «Посмотреть цену». Цена актуальна на 11 февраля 2019 года. Такой станочек будет стоить $151.68. Так. И доставка из Китая. Получается, для России доставка из Китая бесплатная. То есть так и будет. $151.68. Но видите, он на присоске. Раз его при... стегнули к любой поверхности, и можно сверлить. Только я не знаю, как вибрация будет, не будет. Это уже дело такое, нужно просто пробовать. Добро, посмотрим сейчас доставку в другие регионы. То есть для России это бесплатно. Теперь на очереди белорусы. Бесплатная доставка. Казахстан. А вот Казахстан уже будет доставка $12.11. То есть плюс к сумме самого инструмента. И Украина. Украина. Украина будет $6.84. Ну вот эта доставка, я считаю, сносная, то есть цена, вернее, за доставку сносная. То есть можно, если кто хочет такой гаджет приобрести, я думаю, он уже приобретет. Ну не $300 там или $250 за доставку, плюс потом еще такая сумма. Просто я перед этим снимал ролик, и там меня эти цены поражают сильно. Но я думаю, не только меня, всех любителей инструмента. Ну вот такой станочек. Здесь, в принципе, если для домашних условий, то вот переделывать нужно, тесочки ж нужно, какой-то стол там, да, а вот как переносной такой, закрепить в любой точке. Ну, это опять-таки нужно проверять. И это для тех, кому это понравилось. И он видит в этом резон купить такой инструмент. Вы были на канале «Поиск ручных электроинструментов». Это действительно удобный шопинг для всех домашних мастеров и любителей инструментов.